Чуваки, вы сейчас потише будьте. Я часто очень поднимаю уток. Вот, сейчас есть возможность, что они подымутся, и мы себе сегодня уху гарантируем. Поэтому сейчас шаг-шаг за мной следом, потихонечку. Может быть, селезня подстрелим. Тут такие озерца. В общем, утка тут не поднялась у нас, но они тут были. Вот, а вот эти вот следы. Ага. Это вот. Они ушли в коряжник туда. Но утки тут были. Две штуки. Вот, селезни снесли. Вот там вот уточки. Угу, понял.